хотелось бы с маслом с вами вместе посетить этот магазин. Так, Рослякова, да? Магнит. Все очень плохо, что ли, там? Очень плохо. Духовый магазин вообще. Фрукты все протухшие, пельмени без... Вообще, ну, все молочное, все детское, все прошло. И нагрубил мне вчера, обматерил меня охранник этот, или не знаю, кто он там. У него нету даже ни знаков обличия, ничего. Матом ругался. А я как... к участковому ходил. Понятно. Какой там адрес? Адрес какой конкретно, чтобы ну, посмотреть? Ну, один, конечно, остановка. Давайте встретимся, вместе пройдемся в этот магазин. Ну, адрес вы не знаете, да? Ну, заводская один, конечно, остановка. Магнит. Там, на заливе магазин построили новый. Угу. Так, ну, давайте я с Денисом созвонюсь. Узнаю, а. Как он на это дело смотрит. Давайте вместе пройдемся, я с вами обратись. Нужно и вместе. У вас WhatsApp есть? Вы можете мне написать что-нибудь, чтобы я ну, мог как бы вам ну, написать результат? Ну, время, дату, там, на какое спланируем? Да на любое время, я любое. Свободное у меня много времени. Ну, даже любое время нужно, нужно запланировать, зафиксировать, чтобы вам сообщить его. WhatsApp есть у вас? WhatsApp есть, конечно. А, ну, можете мне на этот номер написать? Я Денису позвоню или там ему скину вот это сообщение. Вы там с ним можете это тоже договориться, как, чего. Я сейчас без машины, поэтому если мы поедем туда далеко, то явно на машине я с Денисом поеду. Как вам удобно будет, так и подъезжайте. Алло. Алло, ну так я говорю, вы мне на WhatsApp напишите что-нибудь. Не знаете, да? Давайте вы просто на мой телефон, у вас же обозначился. Как вам удобно, как вы подъезжаете? Да я могу забыть, мне по 10 звонков идет в течение дня, понимаете? Кто и всех, всем что-то, ну, хотят что-то. Вот я сегодня в 16 часов... В ментовку поеду с одним человеком, потом еще какие-то вопросы. Вы понимаете, что я не могу это все держать в голове. Мне хотя бы где-то тогда надо зафиксировать, хотя бы в переписке, что вот я там, допустим, Вася там, вот по такому-то вопросу с вами разговаривал по телефону, давайте съездим в магазин «Магнит» по такому-то конкретному адресу. Я буду понять, хотя бы представлять, что, чего, куда, когда и где я могу спланировать. А так вы мне позвонили, что-то... Послушайте меня, так вы мне позвонили, что-то тут выплеснули какую-то эмоцию. Да кругом срачник. Вы мне предлагаете ехать в ваш срачник в конец другого города. Так вы напишите мне об этом хотя бы как-то, чтобы мне спланировать свой день... Странный подход. Вы меня о чем-то, ну, просите, предлагаете, при этом я должен как-то вот заморачиваться со всем с этим. Держать у себя в голове и тому подобное. Ну, напишите. Я уже не знаю, даже пятый раз говорю, одно и то же. Ну, давайте, запишу все. Ну вот, ну давайте, ну напишите, я еще раз говорю. Я говорю, я должен это время согласовать то, чего, как. Есть возможность, нету возможности. Ну давайте, запишу все. Хорошо, давайте тогда я отбиваюсь, пишите, и там мы уже разберемся. По ходу. Давайте. Угу, до свидания. Вы конкретно что предлагаете? Приехать. Рослякова и раздолбить этот... Хорошо, вот давайте так. Вот я сейчас сажусь в автомобиль, там, либо заказываю такси, приезжаю, как вы говорите, в Рослякова. Куда? Чего? Здравствуй, Рослякова.
Заводская 1, конечная остановка. Приезжаю на конечную остановку, открываются двери, там утра, это, на чем я там ехал, выхожу, здравствуй, конечная остановка, Рослякова. Да. Да. Потом я, значит, стою, замерзаю, вызываю такси и еду обратно. Вы мне это предлагаете? Мне какой-то, послушайте меня, мне какой-то чел по телефону позвонил, который не может мне даже сообщение в WhatsApp отправить, приглашает меня на конечную остановку в Рослякова. Я должен сейчас подорваться, туда приехать, причем не один, с Денисом, так сказать, какой-то магазин, магнит посмотреть, тухлый. Володя, я понял, что ты долбоеб. Вот я тебе об этом и говорю, что ты долбоеб.